Дорога бабочки полет, не имеющий границы. Если крылышки страницы, а сиянье переплет, медлит на краю цветка, но читать не успевает, так как запахи впивает разные издалека. Лепестками подражает им сама, очень схожая с клочками от любовного письма. Написали, разорвали, клочья выбросили в сад, и дождется адресат этой весточки едва ли. Медлит на краю цветка, любуюсь лепестками от любовного письма, так как запахи впивают.